Дамир Шафигулин страдает почечной недостаточностью уже больше 10 лет. Сначала чистил кровь в старом отделении, а теперь вот уже несколько процедур получил здесь, в новом центре. Говорит, сравнивать, как было и как стало, не совсем корректно. Конечно, все хорошо. Тут гораздо все оформлено. Ну, чистота, все совсем другое. Условия положительные. И самочувствие хорошее. Ну, в общем, совсем все по-другому. Медики знают точно, самочувствие больного зависит и от настроения, от того, в каких условиях ему оказывают помощь. В новом центре все по европейским стандартам. Самые современные технологии, новейшее оборудование. Здесь стандарты европейские, здесь еще жестче. Вот здесь очень обращается внимание на очистку, недопустимо отклонение в изменении программы, недопустимо отклонение в плохих анализах. Это строго карается. Фирмы немецкой, поэтому контроль идет полностью. Самая главная, наверное, задача сегодня – это снизить смертность, там, максимально подойти к качественным, современным методам лечения. Но я думаю, что это такой хороший, большой шаг в этом направлении. Оренбургский гемодиализный центр – крупнейший в области. Он рассчитан на обслуживание 360 больных в неделю. Сейчас загрузка 122 человека, то есть работа с большим запасом. Инвестора, готового построить сразу два центра в Орске и в Оренбурге, в область пригласил депутат Госдумы Виктор Заварзин. Он также курировал ход строительства. Четко сработали областные и муниципальные власти. В итоге Оренбуржье получило два современных медицинских учреждения. Много медицины не бывает. Нам надо драться за качество медицины. Вот это, что поставлено от села до крупного города, в данном случае областного центра или Востока, здесь идет четкое понимание областных властей. И я, как депутат, искренне говорю, мне просто радостно сегодня ощущать это все и радостно помогать в будущем. В новом гемодиализном центре будут получать помощь больные не только из Оренбурга, но и ближайших сельских районов. Главное требование – время. Дорога от дома до аппарата искусственной почки не должна быть больше 2 часов. А потому прямо в ходе знакомства с центром возникло предложение организовать доставку пациентов от вокзалов Оренбурга прямо сюда, в больницу. Идею поддержали. Выделить сюда, найти микроавтобус, который бы вообще вот этим разводил. Губернатор дал поручение. Сейчас четко проработают, будет на столе решение, и мы решим, от кого что зависит. Главное, решение будет. Завтра поедут, это не проблема. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время.